Глава региона совместно с руководителями подрядных организаций обсудил ход реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В 30 населенных пунктах Павлодарской области построят 2 врачебные амбулатории, 5 фельдшерско-акушерских и 23 медицинских пункта. Эти объекты будут построены во всех районах, за исключением Баянаульского. Больше всего по 6 объектов будет возведено в районе Акылы и сельской зоне Аксу, 5 в Успенском районе. Завершить их строительство и ввод в эксплуатацию запланировано на этот год. Стоимость строительства данных объектов составляет 5,3 миллиардов тенге. В ходе совещания Асен Байханов рассмотрел с акимами городов и районов, руководителями ответственных госорганов и подрядных организаций все возможные риски, готовность к строительству, закуп материалов, наличие техники и рабочей силы. Глава региона пояснил, что в случае отклонения от графика работ госорганы готовы запускать процедуру по признанию организации как недобросовестных. Ваш добросовестный подход к делу, качество работ, соблюдение оговоренных сроков ввода – это главное, обратился к подрядчикам глава региона. Ешкім әкелмейді, Шымкентті тастан адамдан жүрісті. Бәрді жолдайсыздар. Бұдан кейін жолдайсыздарды, ол сапалы болмайды. Сосын аяғында сіздердің лицензияның айырласыздар. Эмиссияны жаңаға. Елешудан чорный список көгіресіздар. Солай ма? Содан кейін бәріміз бүкіл берекеріміз шашамызды. Сіздердің де біздердің береке жерлесіздер. А бұл ұлттық жоба ертең ауылдың тұрғындары бізден сұрайды. Аким области поручил уже сейчас решать вопросы обеспеченности медицинскими кадрами. Также напомнил руководителям подрядных организаций, что национальный проект находится на особом контроле президента и правительства Республики Казахстан. Сондай болмау үшін бізге басқа ештеңе керек жоқ. Біріншісі сапалы жаңағы стандарттың құрылысы. Екіншісі жаңағыдай ешкімді жылатпай, ешкімнің алаяғын ала жүрін аттамай, жаңағыдай үшіншісі жаңағы алаяқтығы жолықпай. Сөздер ма? Необходимо активизировать работу по каждому объекту. Также важно контролировать оснащение оборудованием и обеспечение персоналом, потребовал Асаин Байханов. Одним из обязательных условий является прозрачность и полный контроль хода строительства. Весь мониторинг за ходом работ будет проводиться через информационную систему Битрикс, доступ к которой имеет аппарат правительства и профильное министерство. Также глава региона поручил проработать с подрядчиками вопрос по установке камер видеонаблюдения и выводу их в проектный офис акимата области. Акимам районов поручено обеспечить своевременное подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к новым объектам здравоохранения. Мурат Вилмажит, и это Сахпарат.